Всем ни хао. Продолжаем фист. В прошлой серии мы добрались до местного метро. Познакомились с крысиным главарем. Что дальше делаем? Дальше мы идем налево, да? Старые друзья, перенестись на улицу Жофра. Окей. Погодьте, там что? Тихо, тихо. Кого ты бьешь? Кролик-герой, тебе нужно поскорее повидаться с нашим боссом Дюком. Используй телепорт слева от тебя, чтобы поскорее попасть на улицу Жофра. А где звук? Странно. Окей. Улица Жофра. Опа-на, телепорт. Тихо, тихо. А здесь что? А мне хочется вот так вот. Ага, секретики тайные. Опа-на. А здесь что? Слушай, а здесь походу что-то жесткое. Не понял. Да, здесь что-то интересное назревает. Подводная база, нифига себе. Ладно, пойдем к Жофре сходим. Подводную базу, я думаю, мне пока не надо. Как бы я думаю, что так. Опа-на. Джей. О, нифига, телепорт. Офигенно. Улица Жофра. Класс. Телепорт, это хорошо. Это отлично. Подойдите к врагам мигающим красным, чтобы провести казнь. Прикатился. Хорошо. Опа-на, не был здесь ни разу, смотри-ка. Интересно. О-о-о, Урса, я у тебя на базе. Наконец-то вспомнил про своего старого приятеля. Чисто случайно, поверь. Ты хорошо выглядишь. Да, я сложен, как камень. Железные псы от меня просто отскакивают. Угадай, кого я встретил. Чуаня и Дю. Да. Я с ним уже виделся. Даже метро под контролем крысиной банды. На улице Жофра теперь так чисто. Дю выбился в звери. Слушай, думаешь, мы теперь в пролете? В каком пролете? А ты любишь делать вид, что все в порядке, да? О, oh, yes. Oh, yeah. Чуань тоже сюда перебрался. Может, зайдем к нему перехватить немного лапши? Ну, неплохо, я люблю лапшу. Макарошки. Ух, еда богов. Next time. I've got work to do. В следующий раз у меня много дел. Такой занятой. В следующий раз. Ты уж меня больше не бросай. Плакат поговорить. Прикол. А что за плакат? Излюбленный спорт горожан Светоча. Каждый турнир смотрят миллионы болельщиков. А где мои родители? Когда они вернутся? А что с плакатами можно? А, заплатить. Можно продать ему. Каждый раз, когда показывают истории о зверях, которые ищут своих родных и близких, я плачу. А где голос, Аля? Когда ты был в отряде, ты тоже постоянно плакал. Ничего ты не понимаешь, просто я несгибаемый добряк. Я не успел даже посмотреть, что я разблокировал. Да и этот продадим тогда. Обожаю смотреть реалити-шоу, мой любимый день недели. Кулак тусовщики. А чё так быстро-то? Ладно, окей. Ну, как тебе окраска? О,
Возвращайся, когда найдешь новые плакаты. Да, это, конечно, неплохо. А что это такое? Телепорт какой-то? Офигеть, улица Жофра. Интересно, подожди-ка. А что это? Джей. А, краска. Ясно. Морковка такая, смотри. Мне нравится. Выбираю этот окрас. И вот этот. Класс. Апгрейд. Во, нифига себе, вот эта тема. Ну-ка, морковку покажи. Морковка топовая. Офигеть, ну у вас и двери, конечно. Тихо, тихо. Улица Жофра. В смысле, а что, я здесь был, что ли? Когда? А, старый город. Прикол. Ясно все, смотри-ка. Ну да, с такой морковкой-то нормально теперь. У крысы выглянуло, смотри. Чё надо? Чё такое? Не понял. Получены семена. Чё за семена? Ну, чё-то как-то, да, странно. Ладно, пойдем по миссии. Жалко, конечно, что здесь... А, можно сюда выбраться, да? Пойдем сначала туда посмотрим, что там есть. Вот сюда, да? Уе! Музычка. Ты чё ты тормозишь-то сегодня? Ух ты, ух ты, ух ты. Крыс, здорово. Эй, ты часом не бывший... Боевой товарищ нашего босса, кролик-герой по имени Рэй. Добро пожаловать на улицу Жофра, меня зовут Гэт. Кролик-герой, наш босс говорит, что двери крысиной банды для тебя всегда открыты, так что можешь свободно здесь гулять. Я бы тебя и не спрашивал. Понял, ты понял меня, видал, какая у меня морковка? С твоей морковкой вообще не сравнится. О, сохраночка. Прекрасно. Улица Жофра. О, здорово. Sorry, Master Wu. Не очень жаль, мастер Ву. Железные псы в тюрьме быстро взяли мой след. Мне пришлось убирать, и я не смог спасти запертых там зверожан. Не волнуйся, своим проникновением ты разрушил линию обороны железных псов. Организация отправила в тюрьму спасательную команду, и всех зверожан уже достали в безопасное место. Так быстро прочитал, даже не понял, что происходит. Как ваше ранение, мастер Ву? На улице Жофра относительно тихо и спокойно. Ранение меня не беспокоит, но мне нужно какое-то время, чтобы полностью исцелиться. У меня есть специальные машины и манекены для тренировки. Заглядывай, если у тебя будет время. Рэй, не забывай тренироваться. Я возлагаю на тебя большие надежды. Окей, мастер Ву. Крутяк. Мастер Ву. А ты кто? Музыкант местный? И радость моя, представляешь, как мир вокруг нас меняется? Недавно один зверожанин осмелился открыть рядом с моим домом школу боевых искусств. И весь день только и слышу, что ты дышки я, и завтра пойду и сравняю его хибару с землей. Без проблем вообще, полмесяца, ты просто... Желаю тебе удачи. Он пьян. Если бы я сейчас встретил молодого себя, думаешь, сделал бы из меня отбивную?
Хотя мы с ним могли бы посидеть и славно поболтать. Короче, он бухой вообще. В мое время тут не было ни крысиной банды, ни других сборищ. И никто не смел встать у меня на пути. Весь город дрожал, едва заслышав имя Полумесяц. Да ладно. Эй, радость моя, не сердись, что меня не было там 6 лет назад. Разве великий Полумесяц не взял на себя долг спасать горожан, когда явились железные псы? Ясно. Если бы я не пошел спасать несчастных от пожаров в ту ночь, ты бы еще была здесь, когда я вернулся. Радость моя, сейчас я жду тебя здесь каждую ночь. Прошу, открой свою дверь и спой мне еще раз твою любимую серенаду. Радость моя, спой мне еще одну песню. Наверху уже давно никто не живет. Да, чувак, короче, печально все. Печальная история. Что я могу сказать? Печально это все. Поехали дальше. Здесь есть путь вниз. Надо с Дюком... Надо Дюка встретить. О, тачка, смотри. Чудо-ключ? У меня есть чудо-ключ? Блин, на чудо-ключа-то у меня нету. Не понял, это что здесь такое? Квартал красных фонарей? Не понял. Ща погодь. Здесь каждый зверожанин так передвигается. Стажер из Лапшищины. Кушу лапша Чуаня. Съешь одну миску, и ты захочешь еще. Съешь две, и ты будешь голоден, как зверь. Съешь три, и смерть никогда тебя не догонит. Нифига себе, вот эта тема. Рейден. Новый стиль? Я смотрю, лошадочная еще, Аня здорово изменилась. А где звук, я не понимаю? А вы, видимо, раньше частенько к нам захаживали. Я Жун Дзю, стажер в лапшичной. Хозяин сейчас изобретает новые рецепты лапши. Пожалуйста, заходите. Хозяин, да. Хозяин молодец. Он прям такой изобретатель, там жесткий. Hey, эй, это же Рэй. Заходи, присаживайся, поболтай со своим старым приятелем Чуанем. Нихао, Чуань. Значит, лапшичная Чуань приехала сюда. Жаль, что с твоей лавкой в старом городе так вышло. Урса и я... Не переживай из-за таких мелочей. Вы оба еще молоды. Когда доживете до моих лет, поймете, как бы плохо ни шли у тебя дела, рано или поздно все наладится. Когда я только приехал в Светоч, лапша у меня получалась разваренной и слипшейся. Совершенно несъедобной. Кто бы мог подумать, что однажды я открою лапшичную на улице Жофра. Поверь мне, нет худа без добра. С новой лапшичной я начну жизнь заново. Рэй, ты просто обязан отведать порцию моей свежей лапши. Я не против, давай. Сотка, нифига. Дешевая, сытная и очень вкусная. Ну, я бы не сказал, что... Можно было бы и без этого обойтись. Нифига себе, это прожора. Нормально. Лучшая еда та, что стоит недорого. И та, после которой всегда хочется добавки. Ешь, сколько влезет. Спасибо, конечно, но... О, мне добавили жизни, что ли? 4 штуки дополнительных жизней? Нифига прикол. Да сколько у вас здесь, пацаны? Говорят, ты перевернул тюрьму железных псов верном. Ты смог отомстить им за Мастер Ву. Будь здесь поменьше народу, я бы не стал соваться на территорию крысиной банды. Тебя из-за любви к звону монет так прозвали? Динь-динь. Не смейся надо мной. У меня новые поступления. Посмотри, вдруг тебе что-то приглянется. Приглянется. Купить, а чё купить? Эссенция? А у меня... Я бомж, понимаешь? Я на лапшу все потратил. Схема пушки. Класс. Кролик 02. Ладно.
Thank you for your business. С тобой приятно иметь дело. Пфу, вообще. Вообще класс. Thank you for your business. Так. Прикольный город. Куда мне вообще идти-то надо? О, мне далеко. Мне очень далеко. Можно вниз, кстати, сгонять, наверное, да? Пойдем-ка вниз сходим. Откроем нижнюю часть. Джжж. Чисто так. Рэй! Младший Рэй, ты спасулся. Благодаря тебе в организации решили перевести меня на улицу Жофре и назначить старшим картографом. Похоже, карты интересуют тебя больше, чем сбор разведданных. Это умен, Рэй. Никто точно не знает, насколько Светоч большой и сколько потайных тоннелей проходит под ним. Это очень важный проект, и организация поручила его мне. Дело в том, что ни один заражанин не осмелится и близко подойти к территории Железных Псов. Но, Рэй, если ты сможешь... Я буду рассказывать тебе обо всех посещенных мной местах. Прекрасно, спасибо, Рэй. That's great. Thanks, Ray. Yeah. Показать бум? Рядом стоит старый проигрыватель моего отца. Это настоящий антиквариат. Просто выбери, какую музыку ты хочешь послушать. Я никакую не хочу, честно. Вот прям. Ага, все, понял. Получить плакат. Заводные девчонки. Плакат получен. Мне бы волшебный ключик, конечно, пацаны. Ну, реально. На самом деле, чтобы открыть шкатулку или что там у меня было. Что за звук? Ага, закрыто. Все понятно. В принципе, это хорошо. У меня, значит, только один путь. Пиппин, ложь, одна сплошная ложь. Эти крысы с улицы Жофра снова меня обманули. Что случилось? Мой бой. Ого, ты тот кролик, что вызволил меня из тюрьмы. Ты мой герой. Я открою тебе секрет, только никому ни слова. В башне Светоча еще много редких зерен. Не понял. Я не хотел, чтобы Легион меня схватил и заплатил крысиной банде, чтобы мне помогли их достать. В итоге Бас взял мои деньги, а отдал мне фальшивые зерна. Ты главное не плачь, мы сейчас этому Базу, короче, морковкой ему по лицу. Как выглядят твои зерна? Я помогу тебе их найти. Правда? Было бы здорово, смотри. Они выглядят так же, как эти семена в банке. Ясно. Спасибо, если сможешь собрать все зерна, я тебя как следует отблагодарю. У тебя новые семена? Я чувствую запах растения. Слушай, наверное, да, я где-то их собрал. Вау! Это новые семена, которых у меня еще не было. Ты творишь чудеса, Рэй! Раствор ОЭ? Нифига. Вот эта тема бабосиков подкинул мне красиво. Нормально причем подкинул, смотри. У тебя нормальный интерьер такой, да? Покрышки висят, неплохо. Найс. Найс. Опа-на. Не, ну стильный город. Причем это на минимальной графе у меня. Если была максималка, ух, красота. Тоже не можешь уснуть. Тогда давай я сыграю тебе песню. Опа, опа. Понеслась. А что мне делать-то? А если я пойду дальше? В смысле? Ну ладно. Я-то думал, он будет постоянно теперь играть эту песню. Эй, это ты. Эй, это ты. Это хороший ключ, правда? Но на этот раз бесплатно ты ничего не получишь. Ну-ка дай сюда ключ быстро. Что-то ключ отдал мне. Ключ, изготовленный Флипом из крысиной банды. Он уверяет, что нет ни одного сундука, с которым не справился бы этот ключ. Вот только сам он не может
вывозить содержимое сундуков с базы Легиона. Так, чудо-ключ. Давай за... А в чем разница? Подожди. 200, 300. Давай за 200 купим. Получен чудо-ключ. Золотые и серебряные ключи не сравнятся с моим чудо-ключом. Я знаю даже, где его использовать. Это прекрасно. Это замечательно. И мы сейчас, кстати, пойдем и используем его. Только я не помню, где. Точнее, я помню. Вот здесь, да. Аккуратно. Человек-паук. Использован чудо-ключ. Бабосики подкинул. Получены диск донных. Сейчас пойду сразу еще один чудо-ключ у него куплю. Мне он понадобится потом. Чисто как Человек-паук. Когда в следующий раз почувствуешь себя глупо из-за того, что не можешь открыть сундук с сокровищами, вспомни о ключе летающего мыша. Чего? Летающий мышь. Ну-ка дай ключ. Я в курсе. Thank you. Thanks, my boy. Thanks, my boy. Смотри-ка, нормально так улицу Жофра мы приоткрыли. Единственное, что я не открыл, вот ту часть, вот эту, да? Пойдем туда сгоняем. Чтобы потом не возвращаться сюда. Ну, по возможности. Так и музычка спокойная, все так размеренно. Вот сохраночка прошла, все прекрасно. Замечательная игра, просто прелестно. А самое вкусное, что она получена бесплатно на Epic Games. Это замечательно. Вниз. Стоп, подожди. Правильно? А там я еще пропустил. А, не, ничего не пропустил, я уже испугался. Ладно, пойдем сюда. Канализация. Прогрузка уровня пошла. Здесь уже как-то пахнет жареным, походу. Канализация. Угу. Все, здесь новая локация. Не пойдем сюда тогда. Нормально, неплохо. Открыли новый уровень. Это хорошо. В принципе, это неплохо. Опа-на. Сюда, сюда, сюда. Так, это я понял, это я читал, да, да, я кролик-герой, все в курсе. Идем, получается, тогда куда? А здесь кусок тоже, там какой-то вот... Смотри, Кусман, да? Это, скорее всего, с канализации, может, туда можно попасть. Или откуда? Или дальше будет. Ладно, пойдем. Открывай, Урса. У меня, кстати, есть... Это же Урса? А, не, его. Не понял. Свалка отходов — настоящая сокровищница. Магазин пока закрыт. Надо подождать, пока я добьюсь успеха. Нормально. Да интересно, опять собрался этот пацан Флип. Да я у него все ключи скупил, поэтому как бы и все, до свидания. Он обанкротился и все. Прощай. Так, подожди-ка, а что там за синяя дверь-то? Да что же это такое-то, а? Надо проверить, надо проверить, смотри. Сейчас проверим. Погодь, пацан, я не к тебе шел. Я шел сюда. А, она закрыта, все.
Все. Блин. Все, я понял. Значит, я иду в правильном направлении. Быстренько. Я тебя не заметил. Правда же, здание крысиной банды смотрится впечатляюще. Я сам его спроектировал. В благодарность за то, что босс спас мою жизнь, я превращу его в самое роскошное здание во всем Светоче. Мышь-инженер. Оно, конечно, пониже башни Светоча, но секретов таит в себе не меньше. Я мечтаю однажды построить здание высотой с башню Светоча. Но это хорошие мечты. Главное иметь цель. И все будет нормально. И в жизни так. Рапид. Босс, четвертый патруль на сегодня завершен. На улице Жофра все спокойно. Ты че? Просыпайся, алло. Боб. Это не Дюк. Странно, босс уже несколько дней здесь не появлялся. Дю лично следит за вашей работой. Дю лично следит за вашей работой? Конечно, мы все-таки отвечаем за безопасность на улице Жофра. Обо всем, что здесь происходит, босс хочет узнавать мгновенно. Не с места. Почему ты назвал босса по имени? Все звержания, укрывающиеся на улице Жофра, должны звать его не иначе, как Дюк. Я восхищаюсь боссом. Он не просто контролирует всю информационную сеть в городе, но и сделал улицу Жофра единственным безопасным районом. Интересно, когда я смогу стать старшим подручным босса, как Бас? Я думаю, что если Бас будет обманывать всяких маленьких детей, то совсем скоро. Ух, вы посмотрите, прелестно. Ого, видать, жизнь у тебя не очень, раз ты бездельничаешь и убиваешь время. Счастлив тот, кто все время занят. Этот мне? Ты видишь, у меня морковка. В моем детстве всей нашей улице приходилось наедаться лишь одним котелком похлебки. Мы с приятелями устраивали соревнования. Они всегда проигрывали, даже если брались за ложки раньше меня. Ой. В юношестве мне приходилось мыть полы на фабрике. Там мы соревновались, кто быстрее вымоет все 6 этажей и вытрет полы насухо. 8 лет ни один зверь из Светоча не мог побить мой рекорд. Ты прям супер, мистер Пропер. Потом уже в крысиной банде босс доверил мне распределять пайки и доставлять почту. Целая почтовая служба, где я себе и начальник, и почтальон, и все письма приходили вовремя. Деньги мне не нужны. Это так мелочно. Мне нужны только похвала и хорошие отзывы. И лайкосы, да? Согласен. Живет только тот, кто все время занят. Я согласен с тобой. Умные вещи вы говорите здесь, ребята. Это слишком умно для вас. Мне даже страшно, реально. Опа, лифт. Смотри-ка. Прикол. Пойдем сюда сходим. Ага. Мы сейчас так все обследуем, короче. Тихо-тихо. Мы все обследуем, а потом уже будем выбирать путь, куда нам идти. Но путь-то у нас один, поэтому по сценарию, так скажем. Офигеть, нифига себе, смотри. Местная стоянка тачек. Нормуль. А ты еще кто? Нечего тебе тут шастать. Впереди самый охраняемый проход в Ситочи. Без разрешения Дюка там и мышь не проскочит. А похоже на обычную шахту. Что думаешь, самый умный? Чем обычное место выглядит, тем больше тайн она скрывает. Проваливай отсюда. Без разрешения Дюка, вожака крысиной банды, дальше никто не пройдет. А ну назад, если у тебя нет разрешения от Дюка. Ха, я уже много лет бессменно сторожу тайный проход. Ну, я не претендую, как бы. Мне это пофиг, что ты там сторожишь. Такой дед мощный. Ладно, чуваки, ладно. Я не против, там Дюк, фигук. А, можно было вниз ехать, кстати. Интересная игра, реально интересная. Мне нравится. В принципе,
Игра классная. А, слушай, погодь. Ну да. This is something new. Ты когда-нибудь видел такое? Coffee. Это называется кофе. Хочешь попробовать? Ух, кофе, Дюк. Ай. Прям сердце заболело, как захотелось кофе. How much do you know about Cicero? Что ты знаешь о Цицероне? What I told you before, то, что я сказал тебе раньше, было бесплатно. На этот раз все будет иначе. What do you want? Что тебе надо? I want to make я хочу a предложить deal тебе you. Сделку. Я, кстати, не ожидал. Точнее, не то, что не ожидал. Я ожидал наоборот. То просто так мне это с рук не сойдет. То, что затевает Цицерон, изменит светоч навсегда. Если он добьется своего, всем зверожанам придет конец. Will be no more. Will be no more. What? What? The deal is that you я хочу, чтобы мы с тобой вместе раскрыли подробности его плана. А потом мы остановим Легион. Вы столько лет были бок о бок. Что же произошло? Серый мир, помнишь? Грей? Он сказал просто серый, помнишь? Грей? Крысиной банде, может, и нет героев вроде тебя, но мы не дураки. Да я не сказал, что вы дураки, ребят. На этот раз Легион зашел слишком далеко. Они меняют правила, и скоро мы окажемся не в удел. Что, по-твоему, мне остается делать? Я поверю тебе. For now, пока что. Я бизнесмен. Ты не должен мне верить. Лучше верь в то, что это принесет лично тебе. В арсенале и канализации хранятся по одной копии необходимых тебе данных. Это крайне опасные места. Я отправлю моих братьев из крысиной банды на разведку. Thank you, my boy Duke. I can do something this simple by с myself. Этим я и сам справлюсь. Дю, главное, не пытайся меня надуть, а то я тебе морковкой глаз сломаю. Понял? Старые друзья, в арсенал или канализацию? Опа-на, у меня есть выбор. Это интересно. Это очень интересно. И куда же мы поедем? Наверное, все-таки в арсенал. Надо наведаться в арсенал и канализацию, чтобы понять, что затеял Цицерон. Пойдем, короче, сначала, наверное, в арсенал сбегаем. Или все-таки в канализацию. Блин, да я не знаю, господи, вот эти все выборы. В канализации я был, вот здесь она. Канализация на 3% у меня уже пройдена даже. Я только туда зашел, и 3% уже пройдено. Ладно, пойдем в канализацию. Не знаю почему. Лучше не спрашивай. Тихо, тихо. Красиво. О, ты кто? Тихо, тихо, ты чё? Спящий кролик. Понятно. Бесполезен. Канализацию вперед. Все, пацаны, давайте. Удачи. Я в канализацию. Город выглядит круто. Вот так вот, вот так вот. Так, погодь, не понял. А здесь что? Тихо, тихо. Не туда, стоп. Но на самом деле эта игрушка чисто на один раз. Я бы вот, если играть второй раз, допустим, я бы, наверное, ее проходить больше не стал бы. Ну, может быть, чисто ради челленджа на 100% прошел бы все локации, которые здесь есть в этой игре. Вот чисто ради челленджа.
И все. Канализация. О, ребята, давно не виделись. Я скучал по вам. Ух ты, я бомж, прикинь. Ты чё, самурай? Какой-то самурай местный, прикинь. Ты чё такое? Нормуль, нормуль, неплохо. В смысле, а чё, закрыто? А сломать, наверное, можно. Ну-ка, так. Да в смысле, чё за бред-то? Каким образом? Ну-ка, отойди. Да, желтая дверь здесь. Непонятно. Подожди-ка, не понял. А чё за бред? Блин, сначала надо в арсенал было идти, что ли? Да ладно, серьезно? Ой, да. Да, слушай, наверное, да. Меня маленько обманули, как бы, да. Но это неплохо. Это, наверное, и неплохо. Так, вперед. Тогда обратно пойдем. Хорошо, с охраночкой. Согласен. Абсолютно. Абсолютно согласен. Ну, в принципе, здесь идти недалеко, нормально. Царская. Ему не тяжело сальтухи делать, короче, с таким кулаком. Красота. Красотища. В принципе, да. Недалеко. Город прям классный. На анрильчике сделанный город. Неплохо. Ну чё, пацан? А ну назад, если у тебя нет разрешения от Дюка. Ага, я уже много лет там, я в курсе. Да в смысле? А чё, у меня нет разрешения, что ли? Не понял, подожди, как так? Чё за дичь? В арсенал или канализацию? Не понял. А чё так далеко-то? Это куда? А, это вообще сюда даже. Нифига себе. Офигеть. Жесть. А как? Каким образом? Странно. Давайте тогда в следующей серии пойдем туда, потому что что-то как-то совсем уж далеко бежать. Не верю. Я не верю. Либо не, давайте дойдем до Дюка. Давайте дойдем до Дюка тогда и уже там это... Попробуем с ним побазарить. Может быть, он мне разрешение в арсенал даст. Потому что что-то очень далеко до тут бежать. Это надо полкарты оббежать совсем. Это жесть. Прикол. Нифига. Опа. Ну чё, Дюк? Так, нужно добыть информацию. Не понял. Нужно добыть информацию.
Ладно, в следующей серии, короче, мы попытаемся найти, куда мне надо бежать и по какому маршруту. Так что все ссылки в описании. Всем до следующего фиста. До следующей серии. Всем пока.